Всех приветствую. В этом ролике я покажу, как подключить два двухклавишных проходных выключателя. Итак, два двухклавишных проходных выключателя позволяют у нас управлять двумя независимыми нагрузками. В качестве первой нагрузки я использую светодиодную лампочку, ну или группа ламп, а в качестве второй нагрузки я использую светильник. И давайте схему подключим. Вот у нас два проходных выключателя. Здесь центральная жила, вот эта вот, это вот и есть вот эти вот. Это центральная жила. И вот это, соответственно, центральная жила, вторая. И аналогично второй выключатель такой, центральная жила. Вот это и центральная жила вторая. В общем, сегодня подключим два проходных выключателя. Будут ли работать, соответственно, и будут ли управлять двумя нагрузками. Схема подключения обычная, поэтому тот, кто специализированную схему смотрит, эта схема, соответственно, в основном тем, кто начинает, соответственно, разбираться в электрике. Поэтому для вас она не подойдет. Для тех, кто не знает, что это такое, или видит впервые, это, может, ролик будет полезен. Итак, начинаем собирать. Нам понадобится 4 провода, которые у нас идут. Связующие называются вот между выключателями. Сначала поставим провода. Вот так разложим выключатель, соответственно. И, соответственно, одна группа я буду коричневые, допустим, крайние, а вторую группу, соответственно, голубые. Так, в общем, подключаем вот. Раз, и, соответственно, подключаем, соответственно, с таким же. Вот. Два. Теперь, соответственно, вторую группу подключаем голубым. Так, сюда вот. Точнее, не вторая группа, а второй конец. В данном случае вот. Вот этот вот конец, а вот этот у нас был вот этот вот. И, соответственно, аналогично делаем с этим. Ну и аналогично, соответственно, повторяем также нижний провод второго группы, второй группы выключателя, соответственно, подключаем к нижней группе второго выключателя. В общем, вот так вот. Так. И, соответственно, возьму еще так раз и, соответственно, два. В общем, так вот. В общем, все симметрично подключается. Вот так вот. В общем, понятно. Итак, теперь на центральную жилу нам надо поставить по одной группе освещения. Вот сначала я лампочка. Вот он. И, соответственно, светильничек. Вот. Ну, считая, что с выключателя у нас идет фаза, то уж я подключу коричневый провод. Ну, так лучше, конечно, можно и голубой, но тем не менее лучше уж как соблюдать привычку. Так, теперь, соответственно, вот эти концы мы объединяем. Я возьму клеммы и вагу. И подключаем нулевой провод
питания, то есть провод, который у нас подводится питание. Вот он, сюда, 220. А второй провод мы подключаем ко второму выключателю, то есть фазной мы подключаем. Так, но нам надо здесь сделать перемычку, потому что два центральных вывода, соответственно, у нас соединяется. Так, и, соответственно, я скручу с фазой, соединяю ко второму центральному выводу. В общем, так вот. В общем, вот такая схема включения. Напоминаю, с левого выключателя центральные вот эти подключаются к одним из выводов нагрузок. Вот они. А правый выключатель у нас соединяется в фазной провод, и тут ставится перемычка вот между этими вот, вот по схеме. Ну, в общем, давайте включать. Вот здесь у меня провод, не знаю, будет контач, не будет контач, не знаю сразу. Вот сейчас я перевернул, и давайте будем смотреть, будет ли у нас работать. Включаем. Так, работает у нас одна лампа. Так, это работает. А, это так. Ага, все правильно. Вошел. Так. Так, здесь что-то, видимо, не контачит. А, ну вот, да. Отвалилось. Вот, поэтому я отвалилось. Сюда провод. Ну, все. То есть, смотрите обязательно подключение. Сейчас посмотрим. Так, работает, 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 работает. Работает, работает. Работает, работает. Работает. Вот так вот включаются две нагрузки. Так выключается. Включается. Ну, вот, допустим, вот левая клавиша у нас управляет, соответственно, лампочкой, правая клавиша выключателя у нас управляет светильником. Вот, допустим, вот вы, допустим, нам надо включить только лампочку, соответственно. Соответственно, включили вот в это, если и проходите в другой конец коридора, выключили. Если вы, допустим, обратно зашли, включили, выключили. Если вам нужен светильник, пожалуйста, входите отсюда, включайте светильник. Вышли, конец, и, соответственно, выключает светильник. Если вам надо включить оба, соответственно, и лампочку, и светильник, включайте обе клавиши. Раз. Если вам, соответственно, надо выключить либо по отдельности, либо можете сразу выключить все лампочки. То есть достоинство этой схемы то, что вы можете раздельно управлять двумя нагрузками. Можете либо по отдельности, либо все вместе. Так, если вам нужно все вместе включить, включайте обе клавиши, проходите и выключайте, соответственно, или раздельно. Но
Эта схема требует дополнительную проводку. То есть к распредкоробке нам надо подвести два провода, которые идут у нас на лампочке. Дальше фазной провод, который идет из распредкоробки, который у нас идет на правый включатель. Нулевой, соответственно, тоже идет на лампочке. Вот. В общем, вот тут получается в распредкоробке должно быть 4 провода. Фазной должен уходить, соответственно, с провода на выключатель правый, двухклавишный. А нулевой провод должен идти к лампочкам, в общем, соединяться. В общем, у меня все. Всем всего доброго. Ждите нового видео. Пока.